Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну вот, уже большая половина Великого Поста позади, и мы достигли сегодняшнего четвертого воскресенья, когда празднуем память преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайской горы, оставившего нам свое произведение под названием «Лестница». Это лестница духовной жизни, которую он начинает с первой ступенью отвержения мира и заканчивает последней тридцатой союзом трех добродетелей веры, надежды и любви. И, к сожалению, мне всегда приходит на ум тот замечательный эскалатор, по которому когда-то я и вы многие тоже поднимались на свет Божий из московского метро. Можно было встать на ступеньку и спокойно доехать до самого верха. Но, увы, та лестница, которую изобразил нам преподобный Иоанн, сама по себе наверх не едет. Как жаль. Приходится делать усилия, чтобы преодолеть в себе те или иные греховные наклонности и влечения, без которого, без преодоления которых невозможно приобрести ни одной добродетели. И почему-то мы с вами, когда движемся по этой лестнице, то зачастую делаем это в обратном направлении. Надо бы вверх, а мы наоборот. В чем дело? Мне кажется, что прежде всего дело в том, что мы недостаточно требовательны к себе. Мы все имеем потребность в правде, в чистоте, в честности и искренности и во многом другом. Эти основополагающие категории вложены Создателем в душу каждого человека. Но зачастую люди их очень извращенно удовлетворяют. Вместо того, чтобы требовать правды, требовать труда, требовать честности от самих себя, люди требуют всего этого от других. И сколько раз мы ловим себя на том, что когда проявляем какую-то слабость, какой-то недостаток, сразу же находим себе оправдание. Это тетя виновата. Это мои предки виноваты. Никто не понимает, что это моя тетя во мне сейчас проснулась. Помните Евгения Шварца «Обыкновенное чудо»? Король гениально это выразил. Я никогда не виноват. Это они жили, простите, как паразиты, простите невольную резкость выражения, а мне приходится отдуваться. И так на каждом шагу. Не столько мы боремся со своей ленью, сколько с ленью окружающих. Не столько боремся со своей гордостью, сколько с гордостью другого человека. Почти по Некрасову. Смиренным можешь ты не быть, но ближнего смирить обязан. Что это нам напоминает? В прошлый раз мы уже вспоминали замечательную мачеху Золушкину из пьесы того же Евгения Шварца. Вспомним ее еще раз. Что говорит мачеха Золушке, которую застала за танцами около очага? «Ах, ты неблагодарная девчонка! Ты хочешь вечером убежать в дворцовый сад? А между прочим, я забочусь о тебе гораздо больше, чем о своих родных дочерях. Им я не делаю ни одного замечания в течение многих месяцев. А тебя, моя крошка, я воспитываю с утра до вечера». Вот так. Себе самим мы редко делаем какое-то серьезное замечание. Редко показываем желтую карточку. Но зато другим на каждом шагу. Что нам делать? Как нам перестать быть такой мачехой для окружающих людей? Святитель Николай Сербский, которого всегда можно вспомнить в любой день, и всегда в его произведениях найти такие жемчужины, которые заново выстроят наше восприятие и самих себя, и окружающей жизни, предлагает нам быть не мачехой, а матерью. В словах о всечеловеке он говорит: «Будь матерью и священником для каждого
живого существа. Ибо если мать в доме не священник, она лишь печь для варки картофеля. Но и если священник не мать, он подобен повару, который держит на огне пустые горшки и обещает голодным обед. В чем дело? Почему святитель Николай Сербский прибегает к таким, с одной стороны, понятным, близким нам, а с другой стороны, таким удивительным образом? Наверное, потому что быть матерью, быть священником – это значит проявлять величайшее милосердие, величайшее терпение и любовь, с одной стороны, а с другой стороны – руководствоваться пастырским духом по отношению к любому человеку. Что такое милосердие, любовь и терпение, мы все понимаем. Мать, когда с ее ребенком что-то случается, если она настоящая мать, кого она будет укорять в этом? Конечно же, себя. Я не доглядела, я не воспитала, я не уберегла. Она не будет предъявлять претензии своему ребенку в полном объеме, но прежде всего и более всего себе. А пастырский дух не может быть ограничен пределами только институционального священства. Он должен проявляться во всех наших человеческих взаимоотношениях. Ведь что это такое? Это предстательство перед Богом за другого человека. Это милосердие к согрешающим. Это милосердие к тем, кто проявляет те или иные недостатки, и кого мы в этот момент не осуждая, сделали бы предметом своего обращения к Богу, каясь в его ошибках, в его недостатках так, как если бы это были наши собственные. Да, вы, конечно, вправе сейчас вытащить из кармана помидоры и тухлые яйца и бросить это все в меня, но речь не обо мне, а о том, что все мы призваны осуществить это по отношению к любому человеку. Вот тогда мы перестанем быть мачехой и станем, как святитель Николай говорит, матерью и священником для любого, кто с нами соприкасается. И тогда, быть может, мы научимся тому, что так ярко и выразительно показывают нам все великие святые, и особенно живущие близко к нам по времени, как, например, тот же святитель Иоанн Шанхайский, а именно научимся тому, что надо быть чрезвычайно требовательным к самому себе, но в то же время милосердным каждому из окружающих. И вот тогда, быть может, мы и сможем взойти хотя бы на эту первую ступеньку той лестницы, о которой мы сегодня вспоминаем. Аминь. Рыцарь всего сия души, всего помышления нашего сына.